Незамерзающая жидкость, которую мы накануне сдали на экспертизу, не соответствует требованиям. В Центре стандартизации метрологии выяснили, во-первых, в ней содержится опасный для здоровья метанол, во-вторых, она не выдерживает мороза до 30 градусов мороза, как указано на этикетке. Причем фальсификатом являются оба образца. Напомню, одну бутылку незамерзайки мы купили на дороге неподалеку от шиносервиса на улице Семафорной, вторую в гипермаркете «Аллея». Жидкость для мывания стекол «Ультра Клинер». Содержание метанола 269 грамм на дециметр кубический, температура кристаллизации минус 13. Вторая жидкость – это минус 30 Golden Exclusive, метанол 151 грамм на дециметр и температура кристаллизации минус 14. То есть метанола вообще не должно быть в жидкости, так как он должен быть изопропанол. Таким образом, обе незамерзайки состоят только из метанола и воды. Добавлю, долгое нахождение в автомобиле с использованием жидкости с содержанием метанола вызывает раздражение слизистой оболочки и приводит к нарушению органов дыхания, зрения, вплоть до его потери. Мы обратились в торговую сеть «Аллея», чтобы выяснить, как некачественный товар попал на прилавки. В компании сейчас изучают результаты экспертизы и проводят проверку. Об ее итогах мы сообщим в ближайшее время.